джентльмены, дамы и господа, сегодня у вас в гостях артисты Евроцирка. Евроцирк покоряет Иваново. Пока государственный цирк в отпуске, приезжие артисты не дают публике скучать. Свою яркую профессиональную программу для жителей и гостей города невест развернули артисты Шапито. Можно ли удивляться и восхищаться 2 часа подряд? Безусловно, можно. В этой программе интересное для себя найдут и дети, и взрослые. Для малышни здесь номера с животными, яркие трюки гимнастов на батуте, клоун, который умеет заводить публику. А для взрослых прекрасно срежиссированное шоу. Профессиональная работа артистов, качественный высококлассный свет и звук. Мы не часто ходим. Мы летом вообще решили сходить, потому что увидели, что Евроцирк, и думаем, что он какого-то действительно хорошего качества. Да, отличается, очень понравилось. Цирка. Здесь очень близко мы смотрим, вот это здорово, то, что артисты прямо рядом с нами, и такое ощущение, как будто ты с ними вместе. Вот это нравится. Много эмоций, я давно сама не была в цирке, была, когда была ребенком. Красочные костюмы. И хороший контакт с публикой, очень. Животные прекрасно выглядят. Программа считает себе и взрослым, и детям. Интересный и юмор, и детский, и взрослый. То есть над чем посмеяться, есть на что посмотреть, есть зрелище, в самом деле. Трюки сложные, видно. Даже со взрослой точки зрения это очень интересно. И радуемся, как дети, хлопаем. Клоун лучше всех. Да. Тебе понравилось? В цирковой труппе артисты разных цирков и разных жанров. Вместе они собрались для того, чтобы представить публике результат многолетних репетиций. Евроцирк собирает аншлаги по всей стране уже 9 лет. Настал черед Иванова. Мне кажется, публика с какой-то новой силой полюбила это доброе искусство под названием цирк. Мы работаем для всех категорий граждан, от мала до велика. Потому что цирк – это семейное искусство, и в этом представлении, в принципе, собраны номера, которые способны удивлять как детей, так и взрослых. Впечатлить избалованную спецэффектами публику не так просто. Но, кажется, для артистов Евроцирка нет ничего невозможного. Взять хотя бы 2-метрового робота Титана, который заводит зал. Хочу сказать, что мы долго пытались пригласить Евроцирк к нам в город, и нашими усилиями спустя полгода переговоров мы пришли к тому, что Евроцирк посетил наш город Иваново. Не секрет, что Евроцирк входит в 5 лучших цирков в России, и данный уровень в нашем торгово-развлекательном комплексе это огромный успех. Поэтому Евроцирк сейчас здесь. Феерию экстрима, сочетание зажигательных номеров и сумасшедших трюков ивановцы могут увидеть еще несколько выходных. Спешите за билетами. Уважаемые друзья, хочу поблагодарить наших замечательных партнеров, которые, проявив инициативу, пригласили нас в Евроцирк, ваш замечательный город Иваново. Это, конечно, торгово-развлекательный комплекс «Ясень», который предоставил уникальную возможность выступить здесь, на парковке торгового центра «Ясень», с гастролями до 28 июля. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить нашего зрителя, который сегодня, несмотря на неблагоприятную погоду, которая воцарила в Центральной России, а вы заметьте, сегодня даже солнышко нам улыбалось, и зритель остался в восторге. Ждем вас до 28 июля.